В Югре полицейские регистрируют снижение количества автоугонов. С начала года в регионе украли 26 машин. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года таких преступлений зарегистрировали 37. Правоохранители считают, что тенденция к снижению стала возможной благодаря регулярной профилактике. Вот и сейчас в Советском районе сотрудники ГИБДД после проверки документов у установленных водителей напоминают автовладельцам о мерах предосторожности. Инспекторы уверены, что в части случаев владельцы автомобилей сами провоцируют преступников, не запирают двери, носят все ключи в одной связке и теряют, а то и вовсе оставляют их в замке зажигания, пренебрегают автосигнализацией. Госавтоинспекция рекомендует вам никогда не оставлять свое транспортное средство открытым, даже если вам необходимо отойти на несколько минут. Никогда не оставляйте ключ в замке зажигания. Вы часто оставляете машину открытой? Вообще не закрываю. Да я в Советском живу, господи. Куда тут ехать-то? В лес, что ли? В тайгу? Удачи, ребята. Тем более, кому нужен мой Лансер? Вон, надо беспокоиться вон таким ребятам. Не покупайте дорогие машины.